микроскоп, обязательно свет и, конечно же, предметное зеркальце. Игла от шприца под микроскопом. Погнали смотреть. Когда вы увидите иглу, она выглядит идеально, без всяких нюансов. Но стоит увеличить, и вся ее идеальность куда-то деется. Видно рельеф, структуру металла. И еще всякие заусенцы, которые торчат по бокам. Выглядит, конечно, как копье, которому 1000 лет.